Заминирован Ленинский отдел полиции. Такое сообщение поступило сегодня в 15:00 в службу спасения по номеру 112. Звонил неизвестный. На место выехали взрывотехники, служба спасения, пожарная и газовая служба. Здание РУВД было оцеплено. Однако информация о заминировании не подтвердилась. По данному факту целью проверки произведено эвакуация личного состава, лиц, находящихся в здании ОМВД. Также в настоящее время работает взрывотехническая лаборатория, специалисты с целью обнаружения взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье 37 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Это все-таки бомбы никакой не нашли? Ну, на данный момент пока информации на данный момент нету. Осмотр заканчивается, но могу сказать, что информация о взрывном устройстве не подтверждается.